Их ввели благодаря проекту «Безопасное колесо». Поводом для его создания послужила статистика прошлого года, когда на водоемах края погибло 12 детей. Большая часть из них купалась в необорудованных местах. В проекте участвуют 20 районов, где было зафиксировано больше всего трагедий, в том числе Бийский, Смоленский, Тальменский. Сейчас у нас в крае, вы знаете, реализуется проект «Безопасное лето» на эти два месяца. Да? Это очень актуально. В рамках этого проекта и создание общественных спасательных постов, 40 матросов будут работать, и обучение сердечно-легочной реанимации. Мы 300 человек обучили на базе медуниверситета. И, конечно же, большой блок информационной работы с населением. Сразу же после смертельного случая в бийском лагере «Факел», где погиб Даниил Ченцов, сотрудники краевого следственного управления вынесли представление региональным управлениям образования и спорта. Так, теперь кроссы в жару запрещены. Напомним, в день ЧП группа детей бежала 19 километров при температуре плюс 37 градусов. Даниил не добежал до финиша. Смерть наступила, предположительно, от сердечного приступа.